Лифт не роскошь, а средство подъема на этаж. В городском округе Люберцы продолжаются работы по замене лифтов в многоквартирных домах. Завершены работы и в 14-этажном доме на улице Школьная поселка Красково. Тему продолжит Григорий Ворванин. Дом на улице Школьная построен в 1994 году. Тогда же были установлены лифты, по два в каждом подъезде. От постоянной эксплуатации механизм периодически отказывал, а жильцам приходилось пешком подниматься на верхние этажи. Раньше работали с перебоями. Плохо. Правильно. Сейчас вот этот работает прекрасно. Работы по замене старых лифтов на новые в этом доме начались в феврале. Специалистам предстояло установить 8 современных кабин, лифтовые порталы, станции управления лифтами. Справились раньше срока. Грузоподъемность этих лифтов у нас 400 килограмм. У нас проходит полное техническое освидетельствование лифта. Потом у нас принимается также Ростехнадзором, и лифт пускается в эксплуатацию. Замена лифтов проводится в рамках областной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Стоит задача, чтобы лифты на территории всего городского округа просто были в рабочем состоянии, как можно было бы меньше нареканий. Там, где поступают жалобы, мы обследуем, где можем, там идет ремонт, где мы видим, что износ запредельный, ставим план и лифты меняем. Поэтому это обычная такая текущая работа. В этом году в городском округе планируется заменить 87 лифтов в 24 жилых домах. 22 новых подъемника уже работают. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.